это продолжение видеоролика номер 54. То есть он у нас номер 55. Территория танкового полка. 6 июля 2010 года. Я еду на велосипеде по центральной дороге этого воинского подразделения. Сзади меня сейчас остался КПП, что выводил на территорию полигона. А мы движемся в сторону выезда, в сторону ЖД переезда. Справа будет штаб, все остальное. Сейчас повернем мы направо, в сторону стадиона. Вот эта дорожка туда нас выведет. И попробуем сделать весь видеоролик, не слазя с велосипеда. Во всяком случае, не останавливай. И не останавливай видеокамеру. Можете представить, как все заросло, в каком это все сейчас запущении. Вот слева начинается бассейн. Сейчас я остановлюсь тут на некоторое время. Вот бассейн, он с водой. Можно даже искупаться, мне кажется. А мы дальше подвижемся. Будем двигаться дальше. Это за стадионом. Извините, за бассейном. Впереди будет сейчас футбольное поле, если я не ошибаюсь. Опять движемся на велосипеде. Если ходить пешком, конечно, будет лучше качество. Но не хватит нам времени. Будут ролики коротенькие. По продолжительности длинная, толку будет мало. Гляньте, сколько находится здесь ветроэнергогенераторов. Вот они какие. Большие, не очень. В принципе, все они одинаковые. С левой стороны от меня футбольное поле, сколько там ворота видал. А вот впереди забор. Сзади, для ориентира напоминаю, бассейн. Едем мы на велосипеде. Я одной рукой веду съемку, а другой рукой веду велосипед. И внимание больше приковано у меня к дороге, чтобы не шлепнуться и не испортить. Вот это еще одно. Видимо, тут или мойка была, или заправка. Что-то я уже не помню. На фото оно есть. В группе Алтайс-лагерь. Вот эта дорога выведет нас на полигон. Но сейчас нужды нет туда ехать. Заборы еще стоят. Остановимся. Сделаем небольшой обзор. Я отдышусь. Вот ветрогенераторы. Здесь по карте смотреть кое-что находилось. Дальше мишенный двор. Какие-то другие были объекты. Это сейчас пусто. Вот так прямо. Если через эту проволоку проползти, по дорожке будет бассейн справа через забор. На футбольное поле. Вот само это КПП. Прямо, если пойти, дорога будет. Юдеборг, Трейбрейцен. А метров 300. Там забор есть, там нельзя пройти. Хотя можно, при желании. Вы видите, я нахожусь здесь. Сейчас потихонечку завершим этот видеоролик. И
поедем назад, там еще раз сделаем небольшой видеоролик. Напоминаю, сегодня 6 июля 2010 года. Конечно, все это смотреть неприятно, непонятно, но жизнь идет. На этом завершаем видеоролик.